7 ноября, плюс 5 на улице, тепло, но заканчиваем подготовку сада к зимовке. Удобрили навозом кусты, все деревья, просыпали опилками, сверху карбамидом посыпала супруга, чтобы быстрее разлагалось все. Подрезали виноград. Укрыл я его бархатцами, цветами кучу, чтобы корни не промерзли, остальное ветки это нормально. Некрасиво, но эффективно. Смородину подрезали. Все сделано. Все деревья и наверху тоже обрезка порослей всяческих. Все сделано. Все осталось с досками разобраться. Вот подготовка сада. Во всяком случае, как мы это делаем к зимовке. Здесь закрыто пленкой, чтобы весной снял и посадил сразу. Внизу тоже груши. Все это удобрено навозом и посыпано опилками. Замульчировано, сверху карбамид. Все, всем благ, всем добра.